ходить по 4 часа. Ехали очень быстро, но мы перегружены. Мы перегружены, поэтому мы проехали на 15 часов. Он остановился и начал из стороны в сторону его начал качать. Все начали хватать жилеты. Почему начали хватать? Мы даже не поняли, почему начали хватать жилеты. А мужчина в первом этаже, я говорю, там вода. То ли прыгать, то ли не прыгать. Никакой не было указания нам. Хотя бы с капитанского прыгать. Никто ничего не знает. Ну, мы сами, муж первый прыгнул. Я за ним прыгнула. И мгновенно повернулись, начали там. И мгновенно утонули. Это все они на 0-3, наверное. А мальчик, говорите... При мне занесли мальчика, положили на стол, мальчик не дышал. Я ему голову заклонила, голову. Вот Лена пошла изо рта, и тут врач сейчас поставит, и ну, при мне он не задышал. Остальные люди все в порядке? А мы не знаем, мы очень все были в воде, все кривали. Потому что он затонул мгновенно, там же мы были на верхнем этаже, поэтому мы прыгнули. А то, что внизу успели не выйти, нет, я не знаю. Следующий паром как быстро подошел? Ну, подошли быстро, мы в воде были на верхнем этаже. Минут 5 и начали, потом уже сразу начали. А вы держались, вы умеете плавать? Или... Я умею плавать хорошо, я прыгнула, не боялась, потому что боялась, может, не надо прыгать вещи, там, не надо прыгать. Но потом мы только муж первый решил прыгать, я за ним прыгнула. И прошло... Так а мы раньше времени прыгали? Мы прыгнули раньше времени, потому что я бы боялась. Мы прыгнули раньше времени, и я успела быстрее отплыть. И тут же начали, начали плакать, кричать люди, а не умеешь плавать, и нет жилета. Жилет, не всем хватило жилета. То, что не понравилось, то, что хотя бы сказал бы капитан, то, что вода, что мы прыгаете, прыгаете. Не было никакого указания, прыгайте или не прыгайте. Потому что и так старались. Мы были на верхнем этаже, поэтому мы быстро прыгнули. А внизу, не знаю, кто там идет. И так старались спасти ситуацию, потому что переворачивались. А вы с ребенком, да, были? Да. Ты испугался? Они наоборот говорили, не прыгать. Они не прыгать, они когда переворачивался, мы наоборот все на ту сторону. Да, было тихо, панику никто не понял, панику, да. Мы надеялись, что не утонет, он так быстро затонул, мгновенно затонул.